называется так. Путин прошел курс лечения по поводу рака в поздней стадии. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики Тайвань. Напомню, что наши программы можно слушать ежедневно на коротких волнах. Наша часовая программа звучит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 по UTC. И получасовые программы вы можете слушать на частоте 5900 кГц, 17 до 17.30 UTC и 6005 кГц, 20 до 20.30 по UTC. Сегодня 2 июня, четверг. Наша часовая программа будет состоять из выпуска новостей, передачи «Тайвань и тайваньцы», рубрики «Тайвань говорит», которую проведут для вас Иван Юмин и Валерия Гимранова, и повтор новостей экономики с Андреем Солодовым. Итак, мы начинаем выпуск новостей четверга, 2 июня. Тайвань и США объявили в среду о совместной инициативе для поиска конкретных путей развития экономических и торговых связей. Глава Офиса по торгово-экономическим переговорам при исполнительном юане Китайской Республики Тайвань